За круглым столом политики, чиновники, бизнесмены и ученые обсудили актуальные вопросы экономики, такие как внешнеэкономическая политика и взаимоотношения с Россией и другими странами Евразэс, цифровые технологии в экономике и управлении страны, бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику. Все, что необходимо развить для обеспечения достойной жизни граждан Абхазии. По мнению председателя организации «Абхазское народное движение» Дгура Ардзинба, подъему экономики Абхазии мешают как внешние, так и внутренние факторы. Например, неразвитый рынок труда и недостаточный уровень образования. Есть понятие развития страны, экономическое развитие страны. Есть понятие экономическое развитие территории. Когда мы говорим о экономическом развитии территории, это упор делается только лишь на привлечение инвестиций. Соответственно, инвесторы приходят, приходят технологии, приходят вместе с ними и специалисты, а коренное население, оно выдворяется за ареал экономической активности, то есть оно не конкурентоспособно в новых условиях. Поэтому, если мы ставим себе задачу развития страны, то мы должны параллельно, смежно заниматься и привлечением инвестиций, и инвестициями в свое собственное население, для того, чтобы оно было в новых условиях конкурентоспособно. А к внешним факторам сдерживания экономического развития Абхазии Ардзинба относит отсутствие доступа к мировому рынку, в частности из-за политики Грузии. Международный валютный фонд распределяет беспрецедентную сумму на поддержку экономики стран – 650 миллиардов долларов США. Вот эти деньги будут распределены по всему миру. Большая часть этих денег пойдет в развивающиеся страны. Мы, к сожалению, на такого рода поддержку рассчитывать не можем. Второе, конечно, это фактор Грузии, которая приняла закон об оккупированных территориях. И это существенным образом влияет на приток в Абхазию инвестиций. И грузинская активная политика вообще помешать нам во всем, не только в экономическом плане, она имеет, конечно, определенные результаты. Не сама Грузия, конечно, это ее партнеры, Соединенные Штаты и Европейский Союз. Нахождение в рублевой зоне должно быть формализовано, считает Дгура Ардзинба, так как это имеет как позитивное, так и негативное влияние на экономику Абхазии. Именно валютное соглашение, взаимоотношения в рублевой зоне, они до сегодняшнего дня не отрегулированы. То есть мы используем рубль Российской Федерации, и вместе с этим мы получаем все, конечно, и отрицательные издержки. Например, вот на валютном рынке происходит волатильность, да? Конечно, дешевеет рубль, это хорошо для производителей внутрироссийских, потому что они более конкурентными становятся в отношении товаров третьих стран. Но мы-то страдаем из-за этого. А по мнению ученых, интересы Абхазии страдают в отношениях со стратегическим партнером из-за нарушения закона о науке, который предписывает чиновникам подвергать научной экспертизе все межгосударственные соглашения. Из закона о науке следует, что все государственные решения, принимаемые органами государственной власти, должны проходить научную экспертизу. Закон о науке принят уже с 2000-х годов, но, к сожалению, никакая власть это не соблюдала. Насколько учтены интересы Абхазии при заключении договоров? Мы уже по факту знаем множество случаев, когда не всегда учтены наши интересы. Депутат парламента Натали Смыр продолжила тему. На ее взгляд, процесс гармонизации законодательств Абхазии и России также инициирован Россией и по большей части учитывает ее интересы. Смыр задается вопросом, почему абхазская сторона проявляет пассивность в ключевых для республики вопросах. А вот 46 вопросов, которые пришли в парламент в виде консультации, мы должны обсудить. Почему данные, я назову это слово, райдер нам пришел из России? Просто я хочу спросить. А почему данный документ мы не составили сами? Между прочим, в этом райдере, я его так называю, эти 46 вопросов, есть законы, которые просто необходимо нам принять. Просто там в области науки, в области налогового кодекса, вопросы земельного кадастра упорядочить. Но мы на эти законы смотрим так. Значит, в этом райдере есть приоритетные вопросы, давайте их примем. А потом можно, честно, как все у нас происходит, мы обо всем потом забываем. Я хочу спросить, а как развиваться государство? Что касается кредитно-денежной политики, то, по мнению Натали Смыр, Абхазия не справилась с задачей минимизировать наличный оборот, создав свою собственную платежную систему. А АПРА, по ее словам, сегодня носит чисто декоративный характер. Для денежного обращения необходимо просто было принять жесткое решение по безналичному расчету.
А что дает такую вот возможность безналичного расчета, когда ты расплачиваешься картой, то есть деньги остаются в кассе, да, в кассе государства. Да, по крайней мере, у тебя есть возможность проследить, отследить, понять, как происходит оплата, как все происходит в государстве, что мы не сделали. Даже пенсионные карты, пенсии, которые поступают на карты, сегодня люди, вы видите, стоят в очереди в такую пандемию, снимают с карт, категорически нельзя было это делать. О том, как налоговая политика влияет сейчас и может способствовать в будущем развитию экономики республики, рассуждал экс-министр по налогам и сборам Даур Курмазия. На его взгляд, неграмотный подход к налоговым льготам может свести на нет все попытки подъема экономики за счет бизнеса. Богатство государства складывается из двух составляющих основных. Это богатство казны и доходы граждан. Если мы в результате инвестиционного проекта не получим ни того, ни другого, произойдет просто переход права собственности, я считаю, что мы не достигнем какого-либо благополучия. Тем более, что бизнес сам по своей природе имеет определенную закономерность и преследует определенные цели. Это извлечение прибыли, это расширение своего бизнеса. А расширение своего бизнеса влечет увеличение конкуренции, и, соответственно, более крупный бизнес будет развиваться, мелкий бизнес будет затухать. Поэтому, на мой взгляд, одним из важнейших условий нашей налоговой политики, особенно в части предоставления льгот, это должно быть принятие мер обеспечения увеличения доходов наших граждан в части наемных работников, то есть условия трудоустройства наших граждан. Общественный деятель, предприниматель, специалист в области IT, экс-депутат парламента Ахрап Жания предлагает государству субсидировать технологичные проекты и подстегивать образование своих граждан в актуальных сферах, разработать грантовую систему поддержки специалистов. Деньги на это он предлагает высвободить при сокращении штата чиновников. По-моему, надо осуществить просто тотальную нормализацию нашего государственного аппарата. Знаете, боливар не вытянет ни двоих, ни троих, ни четверых. Мы не в состоянии тащить такой ввоз чиновников разного уровня, которые вообще в подавляющем, не знаю, процентном вообще ничего не делают. Но прежде необходимо пройти полную цифровую трансформацию, считает IT-специалист Андрей Хачатуров. В первой части, в цифровой трансформации, есть огромный выхлоп и по экономии, потому что реформа госуправления, вот я смотрел тоже презентацию, но нужно же с меньшим количеством ведомств при этом принимать актуальные управленческие решения. Для этого в руках у руководителей должны быть какие-то инструменты сбора данных, анализа их, какая-то бигдата, все эти умные слова. Слушайте, надо это внедрять, потому что если мы будем продолжать таскать бумажки с кабинета в кабинет, в которых будет меняться какая-то информация, что-то выдергиваться из контекста или еще что-то, ну, мы ничего не получим. Будет просто меньше людей, которые еще менее эффективно делают ту же самую работу. Между тем, кое-какая цифровизация уже произошла. В Министерстве по налогам и сборам существует единая база данных. В Минфине работает электронная казначейская система учета, которая, по словам Джансу Хананба, позволяет работать более оперативно и современно. В режиме онлайн каждый вечер происходит стыковка и загрузка банковских выписок в казначейскую систему, и уполномоченные на то специалисты, соответствующий министр финансов, руководители государства имеют возможность наблюдать, что произошло за день. Таким образом, современные инструменты внедряются в экономическую деятельность страны. Но, как считает IT-специалист Андрей Хачатуров, эффективность от их использования зависит от того, насколько честно человек ими управляет. И как бы ни подсчитывались цифры, укладывались в микро- и макросхемы экономические процессы, именно человеческий фактор определяет их успех или неудачу. Марьяна Котова, Турникамич, Барам Укамкия, Абаза ТВ.